12 января, офис МММ Воронеж, к нам пришел участник 94-го года. Представьтесь, пожалуйста. Гункова Мария Александровна. Мария Александровна, очень приятно. Вы нам сегодня принесли сдавать акции, да? Покажите, что у вас здесь, сколько? 10, да? 10 акций пришли сдавать. Хорошо. Скажите, пожалуйста, как узнали о том, что выкупаем билеты акции 94-го года? Я узнала от старшей сестры, она мне тут недалеко живет, громче. И она меня сказала, у тебя есть, приноси. Ага, отлично. Хорошо, значит, мы у вас эти акции принимаем, в личный кабинет вам начислим 1500 рублей за них, и, соответственно, сможете их вывести себе на карту. Скажите, пожалуйста, планируете ли разобраться в современной системе и участвовать? Конечно, планирую, разберусь и обязательно буду участвовать. Отлично. Ну и традиционно привет и спасибо Сергею Пантелеевичу. Ага, спасибо ему, если будет все нормально, еще раз спасибо. Вам тоже спасибо, готов вам всем помогать. До свидания.